Итак, доброго времени суток, дорогие подписчики и другие зрители канала. С вами Game Autarch, и мы продолжаем наше похождение в RPG под названием Two Worlds, что на русский переводится как «Два мира». Такс, в прошлой серии мы поделали много квестов, насколько я помню. Да, много квестов, потом что мы потеряли нашу лошадку, ее все-таки убили, зато мы сразу нашли новую в лагере Громов, это я помню. И мы выполнили квест для чувака из дома Скельден Сана Муна. И в итоге мы попали к самому Эбрату Скельдену, который из дома Скельден, который тут командует на севере, да. В Тарбакене, так сказать. И дал нам квест один. Эбрат Скельден хочет, чтобы вы связались с человеком, который охраняет лагерь клана Карга. Выведите часового из строя, но так, чтобы не вызвать подозрений у других членов клана, да. Я согласен, ну, я даже, наверное, я не помню, был выбор у меня или нет, принять предложение Эбрата Скельдена, да, но я вроде принял его, но, как вы помните, я 100 раз уже говорил, что встану на сторону клана Карга. Так, и нам еще Эбрат Скельден квест дал, ну, это, наверное, один, грубо говоря, общий квест. И да, тут неправильно написано Ковенгор, ну, деревня Ковенгор, но тут 3 вопроса и Ковенгор на английском. Ну вот, видите, да, деревня Ковенгор, как говорится. Вы можете пойти в Ковенгор и попытаться убедить мужа Макси Кальва вступить в сотрудничество с домом, чтобы покончить с Ультером Карга и всеми его людьми заодно. Но очевидно, что если вы освободите Максию из заточения в раскопках, то дом потеряет свои преимущества и клан Карга сможет спать спокойно, по крайней мере, пока. Ну, вы, видимо, это намек на то, что можно выполнить квест за Карга. А, да, и кстати, я не на запись распродал все вещи, которые в лошади были, да, и взял меч, который в прошлой серии мы достали, и я его забафал урона огнем. Ну, я камни, красные камни использовал, которые добавляют к урону огня. Да, и оказывается, это одноручный меч. Поэтому ему можно факел. В одной руке меч, в другой руке, ну, блин. Но щит я не буду использовать, мне он не нужен на самом деле. Так, что ж, еще раз сохранимся на всякий случай. И поговорим с охранником. Он на этот раз должен нас пропустить на него. Эбрат has given me his permission. Ah, then you may enter. But beware, friend. Her teeth are marvelously white when she smiles. But they are sharper than any blade. Я надеюсь, вы с ней ничего такого не сделали, ребята. Так. Или да, или нет. Мне бы еще эту дверь закрыть. Все. Простой замок, ключ. От раскопок что? Я вот не вижу, что тут ключ лежит. Ну, просто какая-то линия, грубо говоря. Так, свет мне не нужен. Но она такая себе выглядит. Так, я хочу с ней поговорить. Но, блин, не могу это сделать. Вот же. Вот. Get away from me. May we talk? You'll get nothing from me. Where are you from? I already told you. Get away from me. What will you do if I free you? I do not believe you. I can open this door and set you free. The key must be in the chest behind you. Ah, you hesitate. I knew it. Играя на чужих надеждах. Ключ сзади в сундуке? Что? Вон он. Ну да, минус разработчикам, как обычно. Так, помогите Макси и Кальве бежать из тюрьмы. Ключ от ее камеры должен быть в сундуке, в этой же комнате. Просто отдайте ключи. Помните, если вы ее освободите, то дом Скеллин сочтет это враждебным действием. Так, любопытно. Да, я смотрел в прошлой серии клан Карга 2 из 10, дом Скеллин 8 из 10. Как говорится, 8. Запомнить надо это дело. Ну что ж, поговорим еще раз. I thought you were mocking me. I could still kill you and enhance my reputation with the house. You are not a man like that. I see it in your face. You spied on the house. What did you learn? They plot against the king. There is someone in the court who coordinates their actions, but I was captured before I could learn his identity. I thought the king supports the house.
They are here by his decree. King Emrys does not know of the events in Talmont. He is preoccupied with the war in the south, and he believes anything they tell him about Talmont. What will you do now? I have the key. Those Skelden will regret they did not kill me when they had the chance. Выполнено, и что, и все? 'Tis unusual to meet a man of honor among those cowardly Skeldons. I hope I did not offend you earlier. Странно. Так, закроем. Мне интересно, если я просто так вот скажу. Опа, не понял. Я где охранник? Что-то я вообще сейчас недопонимаю, что творится. Ваше превосходительство, клан Каргил. Журнал обновлен, задание по психологическое давление. Что-то я реально сейчас не понял. То есть ничего здесь. И наверху тоже ничего нету, да? Есть. Вы спасли Максю Калеву и заработали еще больше уважения у членов клана Карга. Но помните, Скельдены никогда не простят вам этого. 4 из 10, 81 репутация такая же, ладно. Так, это значит, я могу открыть этот замок. Ну, в смысле, этот сундук ли? Шкаф, господи. Все. Беда с башкой, я уже устал. Так, уставший, потому что так. Это не... А, это земля. Так, бомба, понятно, для 100 монет. И перчатки. Лучше, конечно, но фиг с ним. Ну, и противоядие, насколько я помню. Так. А, и она уже исчезла. Ну, ладно. Но если я здесь дверь такой, тут есть кто-нибудь? Серьезно. Скельден, Эбрат Скельден слинял. Вот, вот змея. Ладно. Так. 545. Обновляем. 256. Так. Это 341. Часи. Бонус к силе воли и к урону. Часи. Их защитит от электричества. Часи. Перчатки такие. Так. Ментальный урон мы в дубинку нашу. Огненный урон мы в меч засовываем. И все. Так. Теперь еще шкаф. Че ж добро пропадать, да? Это даже лучше, причем... А, класс 1 и 1. Да нет, фигня. Ну, ладно. Толчок вроде был у меня. Ну, все остальное берем. Так. И этот сундук. Отличный замок. Сразу вскрыли. Так. Тоже 545 опять. Объединяем 308. Получаем. 241, так себе, это тоже так себе шлем. Шлем лучше, но он по расцветке мне не пойдет, наверное, так. Ну что ж, все. Домик Эбрета, в котором прятался Эбрет, мы прошмонали. Тут вообще никого не странно. Мне это интересно, если я пойду, мне что-нибудь скажут, нет? Так, надо сохраниться в новой. В новом слоте, на всякий случай. И посмотрим, будут меня бить или нет. Или чё? А, нет, Эбрет тут стоит. Ага, да. What did you hope to do? Free the girl and vanish on the other side of the mountains? I do not fight wenches, Skelden. I heard rumors of this honor of yours. No matter. You are a lone mercenary working for whomsoever pays you the most gold, huh? How much did the rebels give you, traitor? Nay, 'twas free this time, because of the wench. Did you think the clan would greet you as a conquering hero, huh? Ha! Ha! Then you are even more naive than I thought. And you must learn what loyalty means, friend. И это говорит храбрец, который бьет беззащитных девушек. Прочь с дороги, Скеллен. You have made a mistake, Worm. I have trained with the best swordsmen in Catalan. No one can match me. Ха. Ха. Ты серьезно думаешь, Скельд, что ты меня победишь? Работай, Октагрон. Раз, два, три, четыре, все, кончился Скельд. Да, по ходу дела мы сейчас положим весь лагерь просто. Эй, брат, я хочу проверить. Серьезно, у тебя какой-то табар дешевый, душманский, я бы сказал. Дешевка. Эти тоже, да, броньку нельзя. Я хотел броньку залутать, а нельзя, жаль. Санамон, верный. Дурачок. Еще припасы. Мне нафиг они мне нужны, твои припасы.
Ну, походу, все, пошла это, жара. А что, вы, типа, не хотите со мной вообще драться? Well met. Ну, здорово, вы, то есть, типа, не заметили, да? Ладно, прощай, Щитгу. В принципе, я, наверное, смогу, нет? Stand. Стражникам стало известно о важном поступке. Хм. Stand. Ага, и все побежали. Ну, ладно. Ладно, так и оставим, то есть... Какие-то умники, это, остальные умники из дома Скеллин решили меня это не трогать, да, я пропущу сразу диалог этот. Давай. Ну да. Ладно, пусть в лагерь они зайдут. Мы их типа в штаб-квартире завалили, да, тихонько. Давай, поехали. Раз. Ага, его наш исчез, Чесси. Ага, и этот... А, во, вот. А Санамон дал дёру, серьезно. Серьезно, Карл, зачем? Куда ты побежал, Сана? Вернись ко мне, я все обращу тебе. В скобочках нет. Ну что, будешь со мной драться? Давай, поехали. Опа. Ну-ка, ударь меня, Сана. Да, твои люди... Тебя твои люди защищать даже не станут, серьезно. Серьезно, Карл, просто это... Ну-ка. Ничего. Что ты мне хочешь сказать? Давай. Вы мне сейчас скажешь, типа, да, преступление совершил. Чего? Чего? Слышь? Ладно, вот держи. Ладно, все. Все, хватит. Хватит экспериментов, как говорится. Время экспериментов мы завершаем, и все, наконец-то бьем, побьем этих троих сразу тут. Давай, брат, ругайся. Я тебе с тобой тоже поругаюсь. Давайте, подходите, ребят. Та-та-ра-та-та-тан. Просто, я не знаю. Просто танец. Это не битва, это танец. Все. Просто, я не знаю. Третий раз завалил. Просто это. Как говорится, одним мановением руки просто и все. Они кончились сразу же. Ладно, пора валить из этого проклятого лагеря. Надо в Камингор, да. Надо обратно идти. Но мы сначала в Камингор, а потом уже к своей лошадке переместимся. Поговорим с этой Макси или как там ее. Может, она что-нибудь интересное скажет нам. Так. Камингор. Так. Так, и. Где, да? Зеленая точка. Либо... Муж, может быть, нет. Эрин Каля, значит, это муж ее, да? Типа расскажет, где ее искать. Ну давай. Что-то ты сел неправильно. How fair is your wife? She is well. Those swine only bruised her. Ну повезло. Treat her gently. She deserves it. We never expected a miracle like this. A thousand thanks. My eternal gratitude. Да не за что. Репутация в клане возросла. Так. Ну и квест как бы выполнился. Интересно, с Берюдом, если еще раз поговорим, мне ничего не скажешь? Интересно. Так, это от некроманта, это телепорт. Так. Да, вот этот. Вот это лицо. Поговори со мной еще раз. А, то есть ты не знаешь, что я тебя предал. Ну, предал дом. Ну как, я его не предавал, я на него плевал. Для таких дел требуется время, но я сделаю то, что нужно сделать. Кан Кранах must learn humility before he dies. Прощай, Щитгу, ладно, все, дети. Так, значит, все, продолжаем наш путь на север в клан Карга. Причем, кстати, да, мы вот возьмем лошадь, поскачем наверх, но мы не... Мы не, наверное, не пойдем сразу, мы, я что-то помню такое, можно обойти вот так вот, да. Ну, конечно, не попасть, а то ли циклоп где-то там есть, то ли еще кто-то. Я что-то только помню, но, блин, не помню. Но это не точно, как говорится. Какой-то злобный монстр точно есть. В северо-западном углу, скажем так. Все, значит. Да, попросил меня грохнуть этот. Ну, можно, в принципе, косы, какая разница. Ну, замочу я одного из клана Карли, ничего мне за это не будет. Как говорится, я же наемник всего лишь. Так, это
Ой, ингредиент уже все берем. Стоять. 5 разбойники. Причем серьезные ребята тут. Что, будете со мной говорить? Нет? Не хотите даже? Ну давайте, поехали. Станцун говорит, так. Этого вызовем, чувака, так. Поехали. Давай, давай, раз, опа, мимо. Раз, раз, два, оп, мимо. Раз, есть. Вас разоружили, это проклятый лучник. Проклятый лучник, так. Эх ты ж, гад. Он сейчас ведь убежит. Вот гад. Куда ты побежал, сволочь? Вот пусть тебя волки загрызут за это. Так. Мы облутаем этих ребят. А я забыл, что у меня тут... А, ты еще за мной бежишь? Серьезно, чувак? Октокрон, ты его, блин, убить не можешь просто? Где эти? Как там их? Лучник, я имею в виду. Вон он стоит. Ну давай, стреляй. Тяжелый мухомор, что? Опа, ну я кое-что забыл. Так. Ну, есть, есть. Давай, 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 есть. Все, наконец-то. И бог. Конечно, вы помогли мне, но... Нет. Так. Опять этого дурака вызвал, не туда нажал. Вот. Я хотел полечиться и придется... А, в лошадь можно все засунуть. Я все, у меня беда с башкой, я устал уже просто. Ну, как обычно, уставшие ночью происходит. Записываю ночью. Так. А, это что такое? А, ты забыл. Это постоянный эффект? Это временный эффект. А, мы же все ингредиенты ложим в лошадь. Точно, я забыл уже все. В прошлой серии просто начали мы это делать, поэтому я забыл. Это фигня вообще. Зачем квесты придумали, блин? Он не исчез, он переместился к Санумуну. Серьезно, Карл. Зачем, спрашивается, так. Мы все ложим, обновляем. И вроде все. Так. Теперь долутываем. Этого гражданина мы долутаем. Этого гражданина мы залутаем. Потом мы залутаем лучника. Чтобы, ну, сразу, чтобы не забыть. Персонаж, давай, двигайся. Ты хватит бурчать, а? Я же слышу. Жрать, что ли, хочешь? Так иди пожри. Блин, я тоже за тебя хотел уже есть. Эх, ладно. Так, не будем о грустном. Только один сундук, и он примитивный. Так, это призвать Октогрона. Опять этого дурацкого. Так, ну и мантия. Ложим, ну в смысле. Забираем и ложим в лошадь и скачем. А, я забыл, очко умений почему-то прибавляется у нас, я все про них позываю, да. Два очка умений почему-то прибавилось. О, смотрите, магия воздуха. А, блин, я думал. Че себе? Я думал, весь круг пройдем. Вот, замки, например, нельзя. Вот, магию можно. Магия воздуха, статус великий магистр. Доступ к заклинаниям 4-го круга. Ладно. Ага. Урон у нас на 10, че себе, я не подумал. Так, защита это только с, с щитом. И вторым оружием устойчивость, критический удар и нокаут. 6, да, все по шестерке, поэтому мы берем критический удар, конечно же. Так, теперь что? Магия. Да, мы можем вызвать ангела. Хранителей вместо призвать Октогрона. Провали, Октогрон, ты мне просто не сдался вообще, даже бесплатно. Иди отсюда, ты уволен. Без выходного пособия, ладно, так. Стоп. Ингредиент, как обычно, забыл. Так. Берем. Лошадь. Берем. Да, вот, то есть две дороги ведут. Да-да-да-да-да. Лошадь мы оставим здесь, потому что там дальше клан Карга. Так. Святилище Малиэль. Да. А, медведь тут. Я Октогрон ушел, серьезно. Он меня даже послушался, хотя бы раз. Гризли, которую мы... А, стоп. Ну как вызвать? Ангела. Серьезно, это призрак всего лишь? Причем призрак лучника. Точнее, лучницы. Карл. Я не могу просто. Ну стреляй в него. Серьезно. Без комментариев, дорогие господа. Мальчики и девочки, призрак. Все. Просто жесть. Я думал, защитник души. Ты похож на деву. Да, ты и есть дева. Приятно выглядит. Ладно, оставим тебя. Какая разница, в принципе.
воин, не воин. Потом потрошитель использую. Так, ингредиент берем. Ингредиент берем. Не понимаю, тут и разные цветы, поэтому непонятно. А вот ингредиент есть. Так, волк мы убили, еще волк. Ты не трогай моего этого ангела-хранителя, да? Так, ладно. Да, я говорил про этот угол, грубо говоря, это угол, в скобочках нет. А это пещера, что ли? И ингредиенты. Так, пещера с волками. Тут кого-то съели. А, это, наверное, по квесту? Мне кажется, да. Это какой-то чувак. По какому-то квесту тут валяется. Поэтому мы подойдем, посмотрим на него. Не знаю, выполнится, не выполнится. Но все равно мы подошли. Может, нам в будущем это поможет. Опять волки. Волки, волки, волчары. Так, берем все. Еще волчары. Так. Так, и что ж, идем дальше. Я забыл посмотреть, магия точно. Магия. Ангел-хранитель. Позволяет призвать ангела-хранителя, который будет помогать вам сражаться с врагами. Уровень призванного монстра 20. Количество призванных монстров 1. Время жизни 4 минуты 10 секунд. Теперь все понятно. Так. Идем. А, медведь. Волки. Подходите. Подходите еще. Так, все. И я левелапнулся даже, ничего себе. Так. Какой у нас уровень? 31 уже, ничего себе. Ничего себе. Так, это и это. Очко мини. Да, критический удар, я уже говорил об этом. Так, и в принципе все. А, точно, я кое-что забыл. Знаете, что я забыл? Кое-что вам показать. Ну, не в запись, я случайно посмотрел, и можно объединять кольца. Я вроде вот это кольцо объединил. Смотрим. Вот эти два кольца, которые можно объединить. Да, зеленое показано. Значит так, бонус к защите от холода это дает. Это дает бонус к силе воли и к хитам. Да, и магия монтажа, как говорится. Все, одно кольцо теперь. И мы можем надеть еще одно кольцо. И у меня в лошади есть кольцо. Кольцо. Которое мы можем надеть, вроде бы. Но это не точно, как говорится. Там есть одно кольцо, которое требует вроде 35 уровень. У меня только 31, да. И обычное кольцо есть. Обычное, которое можно надеть. Которое мы залутали у кого-то. Как же, блин, ярко эти... Так, тут гризли? Давай, гризли. Ангел-хранитель, мы где? Где-то тут бродит. Ладно, давай. Гризли, ты меня вообще не видишь? А вот. А, ты бьешь моего ангела-хранителя. Меня. Не трогай ее. Сражайся со мной. Че си ты? Она ему просто в голову пробила. Молодец. Отличный выстрел. Так, все. Захилились, идем дальше. Что-то кричат птицы. Вот. А, это волк, не тот. Еще карту заодно посмотрим. Ух, ё, куда это мы ушли? Так. Значит. Ух, ё, сколько вас. Давайте, поехали. Раз-два. Все. Станцевал, всех сложил. Так. Что-то надолго не исчезает. Что-то октагрон же быстро исчезал. Потрошитель вроде быстро исчезал. Она что-то не хочет уходить. Да. Кажется, кто-то влюбился. Ладно. Так. Ага. Так. Волк, положим тебе. Ингредиент очередной. А, еще один ингредиент. Так, волк подкрался. Забираем. Ну, лутаем волка. Волка. Так. Мы все дальше и дальше идем. Ингредиент берем. Туман почему-то тут. Погода либо такая, либо в этой локации туман всегда. Но это не точно. Так. Волки опять. А, ангел наш уже сейчас. Вот. Вызовем так. И гризли. Так, раз. Так. Да, раз. Да, одноручная быстро. Двуручная он, ну, медленнее, зато урон больше, хотя на самом деле нет уже. Ага. Тут есть даже портал, ничего себе. Блин, а я и не знал, что здесь портал. А я и не знал. Ладно. Портал, но, блин. Я же. А, вот. Одноглазый черт.
Слышь, опа, это что? Огненная бомба. Куча огненных бомб, которые типа делают мне намек. Циклоп, да, я говорил, циклоп же, да, точно, я же помню. Который меня не попал, мне повезло. Дух, стреляй в него. Отвлеки его на себе. Давай, поехали. Так. Раз, 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 раз. Я сосредоточен. Раз, 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 раз. Так. Дух, что ты? Ты что, его не видишь, что ли? Фух, не повезло. Так, давай, 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 давай. Стреляй в него. Ты в него хотя бы один раз выстрелил, нет? Или ты притворяешься, что ты симулянка, блин. Вот, все, циклоп падает. Накрывайся. Чпонька, все. Спокойной ночи. Так. 561, но никакого цвета. А, они требуют 32 уровень. Так, минуточку, сейчас я попробую кое-что. Так. 32 уровень, это урон холода и всякая пустота. Так, ловушка. Была ловушка, ингредиент, очередная ловушка. И все, да? Получается так. Так. Значит, все. Дальше пустота. Точнее, прохода нет, грубо говоря. Все. Мы за... Да, я помнил, но я не помню, что здесь телепорт. К сожалению. Блин, нету ближайшего телепорта, так что придется идти пешком. К сожалению. Не догадался оставить я телепорт мобильный возле лошади. Дурачок, боровичок снова в действии. Здравствуйте. Ладно. Так, поднимемся наверх, хочу посмотреть. Я помню, кстати, да, типа хотел обойти. Да, я хотел обойти дорогу, потому что меня не пускали в клан Карга, насколько я помню. Вроде бы репутация нужна большая. Ну-ка. 10 из 10, а дом скелли 0 из 10. Во. Вот это уже сработало отлично. Вы живая легенда, как было написано. В клане Карга отлично. Великолепно. А дом скелли 0, ну нафиг они. Что от них? Эти воры там, убийцы. Как их? Ну и неудачники просто. 100 раз об этом говорил уже. Ладно. Я уверен на 100%, что меня впустят. Ну, должны впустить просто. Так. А, грибочек. Ингредиент очередной. Так. Ой. А, значит. Да, значит, там. Именно туман. В горах. Грубо говоря, в горы. Как это говорится, я поднялся в горы, а там туман. Вот, все. Я уже совсем просто уставший, поэтому. Заплетаюсь, несу чушь. Ну, на самом деле, это мое естественное состояние. Так, желтый корень, еще один ингредиент. Сколько их собрал уже? Да, огромную кучу, скорее всего. Ну ладно. Хозяйстве. Так, еще один ингредиент. Хозяйстве, как говорится, все пригодится. Так. Лошадь моя. Лошадь ты моя лошадь. Так, значит, все ложим. Лошадь, все, ложим лошадь. Интересно, а торговец у клана Карга имеется? Ну, по идее, должен быть, я так думаю. Да, должен быть. Интендант, что-нибудь такое. Я просто припоминаю, мне как кажется, вроде есть. И мне кажется, там должен быть еще этот. Тренер. Но это не точно. Так, теперь мы сохраняемся. В этой. Да, мы... А, подождите, все. Это мы удалим сразу. Все. Теперь мы садимся на лошадь и скачем. А, ангел наш исчез, ангел-хранитель. Так, и мы скачем. Да, тут ничего. А, булки, блин, тут есть. А, ну, причем этот какой-то это. Забагованный был. Так, мы лошадь не трогайте, гад. Я вчера уже потерял. Не понял. Куда? Куда? А, ангел-хранитель все еще здесь, и она стреляет в волка. Что? Слезай. Слезай оттуда. Где моя лошадь? Признавайтесь. Я не понял. Ты как туда забралась? Слышь? Алло? Ты чё? Плотва? Ты не плотва, вернись. Фу. Я аж испугался и думал, ну, хорошо, что я сохранился недалеко. Тупые волки, блин. Рядом оказались тут. Так, ингредиент, это очевидно? Нет? Блин, я думал, это ингредиент. Алло? Пусть лошадь там постоит пока. А, портал вот тут я оказался. А тут ингредиент оказывается. Блин, а мне везет как утопленнику, ладно. It is good to see you, friend. We like what you've done for the clan Cargo. Go on in. Ну, конечно, ты еще мне должен... Aye, our people are everywhere.
but 'tis always good to welcome a skilled and loyal fighter such as yourself. То есть, да, меня впустили сразу. Если я еще раз нажму, что-нибудь скажет такое. Good luck in your travels, friend. May the blessing of Troglin accompany you. Спасибо, спасибо. Ну да, тут уже, все уже все знают, что я сделал. Серьезно, я не успел, блин, это, прискакать. Реально, я не успел телепортнуться из лагеря Скеллина, да? Как уже все знают, просто реально. Так, лошадь я пока припаркую, пусть тут стоит. Ну-ка, это кто такой? I am Ultra, leader of the clan Karga. We expected you, bounty hunter. Snake. Have you heard what happened in the excavations? You achieved that which we could not. But why did you do this? Revenge, mayhap? Nay, 'tis my trade. Aye, and a task well done must be well rewarded. What can I do for you? How much would you pay for the freedom of your clan? There is no price for this, and I think there's no price for what you did. You leave me little choice. The clan treasury is in my house. Go and choose whatever you wish. It's all we have. My thanks. What will you do now that the House of Skeldon is helpless? While we speak, my warriors are on the excavations. No one expected the House to be so helpless at the loss of their leader. We have now collected enough evidence to prove to King Emrys that Lord Skeldon plotted against him and planned to overthrow him. We could not prove that the King's most trusted counselors were in the plot to discredit us. These men will cause problems for us in the future. Now we must restore Tarbukin to its former state, and the King needs skilled warriors in the war to the south. We shall not fail him. I wish you fortune and fame. The same for you, friend. The clan Karga will not forget. Сокровищница клана Карга, отлично. Так, я вот пытаюсь вспомнить, но кажется, такого никогда не было, да. Я так не проходил, я не помню. Я помню, то есть я какие-то квесты, наверное, клана Карга выполнял, потом приходил возле сокровищницы, да. И два домика было, один сын этого Ультра Каргера, был сам Ультра Каргер. И там был вроде выбор. Только я не помню, квесты давал Ультра и его сын, и можно было выбрать только одного из них, сторону. Там, я не помню, один вроде говорит, типа, надо всех положить, убить, а другой говорит, нет. Что-то такое, я уже не помню, к сожалению. Но я думаю, мы это выясним в каких-нибудь спецвыпусках уже после прохождения основного сюжета. Вот так вот, скорее всего, будет. Теперь мне интересно, да, квест тут исчез, который дал тип из дома Скеллина, да, исчез. Теперь его нельзя выполнить. Потом что? А, это чувак про шахты что-то говорил, да. Хагрест, наверное, руководитель работы в шахт. Ага, Хагрест какой-то. Я и забыл, оказывается. Блин, ну ладно. И остальные квесты, связанные, наверное, с домом Скеллин, да? Исчезли. Угу. Я просто задумался. Надо потом вернуться в раскопки, но там вроде не будет никого. Из охранников дома Скеллин и еще разведчик надо. Я хочу, мне интересно, там остался разведчик из дома Скеллин или нет. И еще надо в город потом зайти, в Тарбакен. Посмотреть, кто там охраняет все это дело. Ну и все. А, сейчас мы как раз посмотрим, что из себя представляет дом, убежище клана Карга, да? Нижний лагерь клана Карга. Так, что еще хотел сказать? А, да, первую часть реликвы мы достали. А какая это серия по счету? 15-е, насколько я помню. То есть 15 часов. За первые 15 часов мы все-таки достали первую часть реликвии. А знаете, сколько? Их вроде 5 штук, осталось 4. Вот так вот. Ладно, можно зайти так. Это. Не знаю. Итак, вы победили. Что ты думаешь об этом? Talmont is free again. Тогда прощай, Щитгу. Я не помню. Какие-то квесты, значит, я пропустил или пропущу, грубо говоря. Так, да, да, да. Еще один чел, Бара его зовут.
Wait one moment. I have something for you. Do I know you? I am Baragal, but they call me Pillory. I punish offenses against the clan. I do not understand. 'Tis hard to keep order within a group of outcasts. Someone must see order is kept. Otherwise, we would end up like the other bands in the mountains. So, you are a judge of sorts. One name is as good as another. How does this affect me, pray? Am I the accused here? Nay, nay. But I heard that you are a bounty hunter. Ah, 'tis a task for me, eh? All of Talmont will soon know this. We will pay 5,000 in gold for the head of Iza, the traitor who sold Khan Kranach to the house. My thanks for the information. I thought you should know this first, before others start the hunt. Aye, 5,000 will stir the greed of many. It's more than most folk see in their entire lives. Iza is a dead man. But he knew that the moment he betrayed Khan. Счастливого пути. Aye, fairly well. Насчет гор, да. А, квест дали и обновлен. Задание выполнено, что? Так, лагерь Карга. Иса. Вы нашли тело Исы, кто-то убил его и спрятал тело в глубине пещеры к югу от лагеря Карга. Да, это та самая пещера, тот самый труп, который мы нашли. Ну-ка. Ладно, попозже чуть-чуть поговорим с ним. Я хочу зайти в этот домик. Нет, я ничего не ищу. Так. Мне интересно просто посмотреть. Ага, все понятно. Так. Потом, тут мутные типы всякие ходят. Здесь прохода нет, так. Вы просто ребята, да? Понятно. Еще раз поговорим с ним. Я обнаружил Иса в пещере к югу отсюда. Mayhap he wanted to leave, but he was murdered and dragged to that cave. What? Who could be so daft? If they had dragged him here, they would have had 5,000 in gold. Aye, but what if the motive for the killing was not the money? What was the motive then? I do not like this. I fear I must tell Ultar that our information about the events in the mountains is not good, at best. You found the body, so the reward is yours. Still, I would like to know who killed him. Счастливого пути. Aye, fairly well. Опять не озвучено было, ладно. Ага. 5000 монет, просто так. Серьезно? Иса, ага. А, да, все, выплатил. Так. А, я хотел просто поговорить с каким-нибудь типом обычно. Что-нибудь мне скажет, интересно. Здорово. Итак, вы победили. Что ты думаешь об этом? Что ты нахуй какой-то пропорции тебе непонятный, как будто бы хоббит. Хоббит переросток. Ладно, тогда прощай, Щитгу. Ладно, я не со зла. Так. Тут пусто. Нет, грибочек растет, мы его возьмем, почему бы не тут. Что-то еще растет, мы это возьмем тоже. В хозяйстве все пригодится. Так. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Так. Еще грибочек растет. Так. Там я видел какого... А, еще растет что-то. Я видел волшебника, да? Ну, чувака в мантии, он, скорее всего, волшебник. Так, еще хочу посмотреть тут. Ребят, что вы тут делаете? Я не понимаю. Чего вы толпитесь? Бродите? Так, ты, давай. Здорово. А, просто мне квест не хочет дать. Ну ладно. Вы победили. И что вы думаете об этом? Это glorious day for the clan, and all thanks to you. We will never forget what you have done. Never. Серьезно, я просто убил какого-то его чувака. И все просто, и все. Дом с Келлином просто тупо рухнул. Ладно, прощай, Щитгу. Просто, я не знаю, карточный домик. Или колосс на глиняных ногах, да, вспомнил, как это говорится. Так. Это что? А, показалось. Так, ладно. Идем наверх, это уже темнеет в игре. Ну, у меня тут темно, и так, совсем темно. Совсем-совсем. Так. Мы поднимаемся вверх. Ну, верхний лагерь, логично. Так.
Никого нету тут вообще. А, ну, кроме мухомор, конечно. Кто же еще тут? Так. Ничего тут нету, это понятно. Так. Верхний лагерь клана Карга. Ну, очевидно, я. Понятно. Так, значит, там сокровищница, которая открыта. Понятное дело, она была закрыта до этого. То есть, когда ты приходил, выполняй, ну, не убиваешь. А вот телохранитель. А, это телохранитель Ультера. What do you want of me? А, итак, вы победили. Что ты думаешь об этом? My gratitude to you is boundless. Ну да, то же самое. Тогда прощай, счет гол. Все то же самое будет. А, вот, закрыто. Ну это. Как можно понять, там должен был сидеть Ультра Карга. Если ты. Ну, если я вот так не делал, просто пришел. Высокая репутация. Тебя пускают только при. Определенная репутация в клане Карга. Ну, вы поняли. И Ультра Карга дает какой-то квест, насколько я помню. А потом вроде выходишь из его домика, и рядом стоит сын у выхода, который просит тебя что-то сделать другое. Я не помню, к сожалению, что там. В чем весь цимис, да, я не помню. Ну, возможно, мы это узнаем когда-нибудь. Но не скоро. Да, но не скоро. Так, вот. А, нет, примитивный замок. Так, я сохранюсь на всякий случай. Мне любопытно. Угу. Ладно, мы загрузимся. Не буду я взламывать. Не это. Как это сказать? Неприлично это, ну, грубо говоря. Так. Все, я тут. Все. И сокровищница. Идем в сокровищницу. Так, вот. Тут никого нет вообще. Угу. Да, вот. Серьезно, я думал, тут золото будет, куча золота, это ящики какие-то. Не бойся, жрачка и все такое. Ну, и нет никаких сундуков, да. То есть бери все, что хочешь. А все, что хочешь, это, блин, реликвия. Задание выполнено. Сокровищница клана Карга, да, то есть. Ого, ничего себе, ты так реликвия выкрыл, первая часть. Ну посмотрите, да. Это непонятное. Какой-то посох, что ли. Ну ладно, берем. Все. Найдите оправу реликвии. Вот, нашел оправу реликвии. Вот она. Реликвия. Так. Угу. Все, получается, да. Я вас всех поздравляю, в том числе и себя. Мы, наконец-то, нашли первую часть реликвии, грубо говоря. Так, осталось 4. Да, и я ошибся, здесь нету торговца. Лагерь клана Карга. Теперь что нам делать? В какую же сторону идти? Так, я ухью. Угу, да, это Кира. Значит, да, это узел связан с Кирой, и я считаю, мы... Да, мы теперь пойдем по этой дороге на юг. И, да, первый поворот сюда будет. К узлу, ага, ага. Я думаю, так, мы спустимся в самый низ. Вот сюда, вот до сюда, и проверим вот эти земли. Мне вот любопытно, что там, я просто не помню. Это что такое? Залив Стиху. Угу, понятно. Это что, башня Куба Земли? Угу. Понятно. Или все-таки сходить к Кире вначале, а потом наверх. Хм. Не знаю, ладно. Поскачем пока на юг. Да, нам далеко придется скакать. Ну что поделаешь, да, я вырезать ничего не буду, потому что, ну, я же говорил, я снимаю ночью, и я очень устал, поэтому я просто уже не могу. Так. Все. То есть, я вот пытаюсь вспомнить... А, я вспомнил. Я вот не помню, какой еще... А, клан Карга. Один квест был. Это в городе, в Тарбакине. Где он? Господи, я потерялся. Вот. Один квест мы выполнили здесь за клан Карга. Второй квест нам дал Горец. Точно вот этот. Конкранах. Вот оно что. Вот кого пытался, да, убить. Чувак из дома Скельден. Конкранах живет тут. Все, я вспомнил. Понятно. Конкранах, один из предводителей клана Карга, попросил вас найти для него одну гномью реликвию, статуэтку Трублина. Кажется, у клана Карга до сих пор есть какие-то связи с гномами, живущими к северу. Но я не находил, да, статуэтку ни одну вообще в этой игре еще. Насколько я могу понять, да. Хм. Единственное, что мне в голову приходит, то что... как это сказать, господи?
Статуэтка Троглина, возможно, находится в раскопках, где раньше тусил дом Скеллен. Лошадь пока постоит тут, я хочу переместиться в город, в Тарбакен. Первым делом. А, нет, первым делом Камингор. Я хочу посмотреть, тут ли тип из дома Скеллен. Но мне кажется, его тут не должно быть вообще, потому что... Да, его тупо, наверное, прирезали уже, да. Да, его нету. Он должен был тут стоять, но его тупо нету, походу, да, его реально прирезали уже. Серьезно. Так, я еще раз хочу поговорить с этим чуваком. Может, что-нибудь скажет еще? May you have good fortune on your travels. Ну ладно, надеюсь, с твоей женой все в порядке, у вас все будет в порядке, хорошо. Повезло вам, что я оказался на вашем пути, как говорится. Ладно, так. А, да, в Тарбакен хотел, господи, я уже забыл. Да и до серии осталось совсем немножко. Ну, мы просто побегаем по местам боевой славы и продадим, что у меня в карманах. А нет, я все сложил. Эй, ладно. Так. То есть, чувак из дома Скеллен тут стоит. Здорово, я хочу с тобой поговорить. Чем скажешь? Как дело в городе, друг? То есть, ладно, прощай, Щитгол. То есть, вам по барабану. Ну, молодцы, странники, чё? Типа, война закончилась, сухой закон должны, по идее, отменить, да, и бухлишко принести. Ультракарга здесь? Уже? Серьезно? Это да. Does he approve of the sudden change in Tarbakin? King Emrys is a reasonable monarch. We expect the trouble, but no one dared deny our evidence. Talmont is ours. Talmont наш. Ой-ой-ой, ладно, ну-ка, мне интересно, Тинда, что скажешь? Ah, my new supplier. Well met, friend. Well met. What brings you here again? Как дела на улицах? Еще спрашиваю, что? It's quiet here. We keep the peasants under control. Nevertheless, stay off the streets at night. My men tend to strike first and ask questions later. Ну, понятно. Он уже говорил об этом. Ладно, друг, мне пора, Щитгол. Счастливо, спасибо, да, спасибо, так. Мне вот интересно, чувак в белом что-нибудь мне скажет, надо сохраниться еще раз на всякий случай. Так. Понятное дело, почему ультракарга стоит там, потому что здесь нету, грубо говоря, тронного зала, да, нету какого-нибудь, типа ратуши или замка, что-нибудь такого, крепости, да, чтобы можно было, типа, зайти, да, и к правителю, да, ну, вы поняли, короче, все, я уже все, совсем устал, ну-ка. Ага, не готов, ладно, к черту тебя. Я, наверное, всегда буду не готов, по его мнению, здесь, так. Любопытно, просто решил посмотреть, что у вас продается. 555 и они красные, насколько я вижу, да, это черные, 344, 160, чисто так смотрю уже. Ага, опа-на, ничего себе, 555, весь комплект причем есть, 561 аж, чисто, ну-ка, 555, две штуки, меч, а нет, ну слабый, так, это не то, вот, 555, сколько стоит? 6000. Так, 555. 3000. 2700. Ё-моё, на 700. Ничего себе, вы реально. Берем. Просто, знаете, это реально. Это круто. Я, наверное, до такого и не это. Длинный меч мощи. Я не помню, какой у меня меч. Блин, я забыл. Ладно. Давайте не будем дальше в город, внутрь города проходить, просто потому что я боюсь, что все деньги тут оставлю. Ай, торговец откуда тут взялся уже? Тебя вроде не было тут 5 минут назад. Что-то странное. Так, ладно. Я хочу спуститься. Да, у нас времени немного осталось, поэтому давайте я еще раз повторю. Мы проходим по местам боевой славы. Я хочу поговорить с тем чуваком, который давал нам квест. Зачистить пещеры. Ну да, тайный проход в город, грубо говоря, да. И этот чувак, он где-то тут стоит. Кстати, да, я хочу на карту заглянуть, да.
Портала ближайшего нет, ну ладно. Так. Я думаю, надо нам... И да, я вот думаю, нам надо пора сменить броню на 542. А эту продадим. Потому что она уже так себе. Ну-ка, давай. You have helped the Karga clan, my friend. Our enemies do not even suspect that we can invade the city at will. Понятно. Ну-ка еще раз, расскажи мне, Домискель. Rats they are, evil rats. But even rats can become some... What do you... We know that some on the royal council are not happy. Talmont has coal, iron and mag... What good are... The dwarves have... Да, ну я все говорил. Do you... То есть он, мы... Ну вы поняли, что я имею в виду, это диалог мы уже смотрели. Все, я должен покинуть тебя, ищет Гу. То есть ты еще не знаешь, что вы победили. Ну ладно. Я думаю, может через пещеру будет быстрее пройти. Надо попробовать. Почему бы и нет? Пам-пам. Заодно посмотрим, может кто-нибудь появился тут уже. Заодно и факел можно взять в руки. Во. Так, в какую нам сторону? Нет, нам надо в эту сторону идти. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-парам-пам-парам-пам-пам-пара-па-пара-пара-пара-пара-пам. Блин, я не помню, как это звучит. И не помню, как называется все это дело, да. Это не песня, а музыкальное произведение, скажем так. И оно, наверное, старое, очень, я же не помню. Что-то связано с гномами. Ну, название. К сожалению, не помню. Мне кажется, я же не помню сейчас. Такое знаменитое, но оно у меня в голове крутится, но я его не могу воспроизвести. Так, и мне кажется, что мы прошли быстрее через пещеры, чем просто на своих двух так бежали. Не, реально, мне кажется, я быстрее сделал. Ладно. Так. Я помню, да, квест от гильдии торговцев, который просил пакет передать. Это надо в столицу идти. Это еще, ой, как не скоро будет. По крайней мере, мне так кажется. Но это так и будет, на самом деле. Ладно. Теперь надо куда переместиться? На раскопки. Да, мы... Или нет? Тут... А, тут есть портал. Я хочу вначале сходить к этому чуваку. К этому. Ну, как к горцу, который прячется здесь. В этих местах. Пойдем по дороге, да, не будем срезать и все такое. Еще раз вопросы задам, может он мне намекнет, куда это надо идти, чтобы найти статуэтку Троглина этого. Кто такой Троглин? Бог гномов, наверное, или типа? Три бога всего вроде. Малиэль, Троглин и Азирааль, кажется. Кажется, вот так. Да, я уже забыл все. Вроде три божества в этой, в этом мире, скажем так. Насколько я могу помнить. Вы поняли, да, у меня беда с башкой, я устал. Я устал, я муха-жук. Ладно. Попытка номер два, да, надо побазарить с этим. Да. Кон Кранах. Нет. Ага. Нет, еще нет. Угу. Дорога зовет меня. Угу. То есть он ничего не хочет дополнить, ладно. А, ну-ка. Ну, что-нибудь скажешь мне еще? Конечно, можно. Ну да, мы с ним говорили об этом. Ну, то есть он говорил уже такое. Ладно, жаль. То есть я пока не знаю, где можно достать статуэтку. Я, к сожалению, не знаю. Я тут не был вообще. Ну, вне записях. Я имею в виду прошлые годы, скажем так. В прошлые годы меня тут не было. Я в такие, в те годы не ходил здесь. Так. Ну что, осталось, да, на раскопки сходить. Ну и заканчивать, наверное, серию уже. Получается так. Так, портал. Тут прямо можно пойти, наверное, да? Или нет? Тут... А, вот он, да, портал, отлично. Напрямую можно срезать, хорошо. А, так, это ингредиент возьмем с собой. Грибочек вроде какой-то. Давай, 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 персонаж, я в тебе верю. Так. Раскопки, где же вы? Я потерялся. А, точно, еще разведчик дома Скеллина, я хочу проверить еще, точно, вот. Ну и потом мы наконец-то попадем в раскопки и там закончим все это дело. Так. А, и с дедом забыл поговорить, ну это я думаю в Тарбакине, да, в Тарбакине.
Я забыл. Я все забыл уже. Просто серьезно. Я забыл, как чувака зовут. А, опять лагерь, опять дурацкий в лагерь попал. Так, давай. Я хочу сюда сходить. И посмотреть, остался ли этот тип, разведчик из дома Скеллин, который нам давал... А, вот он стоит тут. Он давал нам задание насчет этих, ну, тотемов, громов. Мэну Хагера. Hi, what do you want, young sir? Угу. Здесь что-нибудь происходит? Targa clan is in charge again. They'll free all the prisoners, and those devilish excavations will be closed forever. Угу. То есть ты доволен? Серьезно? Ничего себе. Тогда я ухожу, Щитгу. Реально. Что-то вы вообще, ребята, такие. Как это сказать? Да по барабану вам было просто, да. Вам тоже не нравился дом Скеллин, серьезно, да. Ничего себе, как говорится. Да, я подумал и спущусь напрямик в раскопки. Потому что у нас осталось минут 5 от силы, ну, чуть больше или меньше. Я, к сожалению, опять забыл засечь, и, видимо, на минут 5 где-то. Так, значит, раскопки уже тут близко совсем. Совсем чуть-чуть осталось. Все хотел. Поговорить с типами, которые давали квест. Санамун мертвый, я его квест выполнил до этого, я помню. Тот чувак насчет волка мне давал квест и какой-то насчет бумаг. Так, и мы уже в раскопках. Но тут никого нету. Что? Серьезно, Карл? Здесь вообще никого уже нету. Нет, серьезно. Тут пусто. Нет, реально. Тут реально пусто. Вы чего? Серьезно? Никого не осталось? Ни охранников, ни квестодателей. Ничего себе, как говорится. Нет, тут реально никого не осталось, серьезно. Ни торговцев, ни это. Ни простых работяг, ни охранников даже тех. Вообще никого. Серьезно? Пустота? Даже из клана Карга, ну блин, минус разработчикам. Хотя бы чуваков из клана Карга поставили, а охранников, которые сказали, типа, дом Скеллин накрылся, клан Карга у власти, ну мне по барабану, я тупо охранник. Что-нибудь в этом духе. Это что такое непонятно? Так, я смотрю тут. Ну да, мы воспользуемся этим моментом и под конец серии залутаем все. Хороший замок, давай, ломай. Угу. Шлем. Каменная стена, толчок, мантия с капюшоном. Берем. А, и камень, ментальный урон. Сразу в дело пускаем его. Так, еще, да, шкаф. Раз, большой огромный шкаф, ничего себе. Обычный замок, так. Урон ядом, ингредиенты, бутсы и бронька. Забираем. И еще один шкаф, простой замок. Открываем. Ух ты. Ну, такое себе. Так, ага, шлем, забираем все. Все, залутали это здание, выходим. И ничего нам за это не будет. Причем ливанули вообще все и работяги, и маги, и торгаши просто. Клан Карга отсюда всех выгнал. Раскопки на замке, как говорится. Так, примитивный замок. Ага, стражникам стало известно о вашем проступке. Интересно. Так, надо быстренько проверить. Серию уже надо заканчивать, к сожалению. Надо проверить бесник. Так, залутаем, смотрим. Угу. 555 берем. Перчатки 532. Берем все. Так. Второй шкаф. Простой замок. Так. Брунька. Так, камень. Огненный урон берем. Ментальный урон. Так. Ага. Я потом вне записи залутаю остальное. Посмотрим, что тут валяется. Ментальный урон. Все, что можно взять, мы возьмем. Так. Выходим, и последний домик остался Санамуна домик. Это я помню точно. Берем. Так, бежим. Так, давай. Так. Ага, это что такое? Фальшивка. Что за фальшивка, которая непонятна? Ага, то ли золото, то ли еще что-то. Ладно, возьмем, не знаю, что это такое. Так, отличный замок взламываю. Угу. Всякая муть, все, что мы можем забрать, заберем. Шкаф. Забираем. Что мы... А, и все.
Тут только один. Ага. И надо быстренько переместиться в город. Я хочу проверить. То есть, попасть на глаза к стражникам и посмотреть, что-нибудь мне скажут они или нет. Я вот это вот боюсь. Надо быстрее, 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 быстрее. Да, и ну, серия, по сути дела, уже кончилась. Если стражники меня начнут бить, грубо говоря, это значит, что все. Ага. Ну-ка. А с этим охранником, например? Хочу поговорить с ним, что-нибудь скажешь мне? Ага. То есть я нарушил, грубо говоря, закон в раскопках, но там вообще стражников уже больше нет, так что все нормально. Как дела в городе, друг? Ну да, они все сейчас будут говорить это, прощащий Гоа, о выпивке. Так, сейчас мы вернемся в раскопки. Я думаю, надо... Я хочу еще раз зайти в штаб-квартиру Скельдена, дома Скельден. На всякий случай посмотреть, что-то, может, что-нибудь... Ну, раскопки-то, конечно, ну, минус, да? Как бы плюс, что все исчезли, но минус, что все исчезли. Стоп, я не залутал. А, это Санамун? Да, это Санамун. А, то есть... Все понятно, они тут остались лежать, странно. Типа ключевые персонажи, скорее всего. Я вот подумал, а я могу вырезать, грубо говоря, весь город? То есть, я не... А, странно. Тут я лутал, да? Да, мы сейчас на всякий случай просто... Я уже забыл. Я уставший, поэтому просто не запоминаю. Да. Еще раз в тот домик, да. Вот последний домик, прыжок. Ага, тут все, значит, получается. Получается так. А, и фонари они включаются. Ну, зажигаются обратно, потому что типа ухожу, локация, все дела. Ну, вы поняли. И все. Я захожу в темницу. И остаюсь тут, грубо говоря. Да, на лавочке отдохнем. Наш персонаж это заслужил. Ну а на сегодня все. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Комментируйте или оставляйте плюсики или минусники. А на сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Удачи и не болейте.